турнир «Новые форматы общения» проходил в 3 этапа. Первые 2 этапа проходили в онлайн-формате. Заключительный этап прошел в Десногорске. В нем приняло участие 10 команд. Ребята приехали со всей Смоленской области. Все вопросы турнира были посвящены знаниям о родном крае. В 2017 году Десногорской городской организации общества инвалидов была подана заявка в фонд президентских грантов на получение гранта для реализации проекта «Новые форматы общения». Проект был одобрен фондом на средства гранта и был проведен интеллектуальный турнир. Мы очень готовились к нему, очень ждали этот день и приехали сюда и хотим уехать с победой. Мы очень-очень хотим, чтобы наша команда победила. Хотим передать привет интернету нашему, который нас сейчас поддерживает, ждет и любит. Вопросы интересные, сложные, но я думаю, что мы все к ним готовы. Ребята с интересом соревновались в турнире, общались со сверстниками и получили новые знания. В итоге места распределились следующим образом. Первыми стала команда из Ярцево, на втором месте ребята из Сафоново, третья команда из Демидово. Десногорские ребята заняли 4-е место.